После адаптации мембраны мы приступаем к внесению костного сплодоочищающего материала. В данном случае мы используем губчатую крошку аллогенного происхождения производства фирмы Леопласт. Аккуратно заводится остеозамещающий материал под мембрану разобщающую. В достаточном количестве, соответствующем дефекту. После чего можно приступать к ушиванию операционного поля. Поскольку в данной методике не используется вертикальных разрезов и полноценного полнослойного отслаивания, от нас требуется создание плотной герметичной раны вокруг, в данном случае, формирователя десны. Мы используем матрасные швы для того, чтобы затянуть десневую манжету вокруг формирователя десны, препятствует смещению костного трансплантата и барьерной мембраны. И также я рекомендую при этой методике использовать прижимающий крестообразный шов вестибулярно. Вот таким вот образом мы с вами удалили зуб, одномоментно поставили имплантат с высокой степенью стабильности и устранили вестибулярный костный дефект в области этого только что установленного имплантата.